селе Зимари первую газораспределительную станцию установили еще в 2011 году. Тогда удалось подключиться лишь 18 домам. Однако участков здесь больше 300. Социальная догазификация, то есть бесплатное доведение газа до тех участков населенных пунктов, где уже есть газопровод, должна была завершиться по указу президента еще в 2022 году. Однако сейчас март 2023 года, а к работам в Зимарях так и не приступили. Все село-то у нас практически, оно не подключено к газу. Нас только кормят обещаниями, больше ничем. Говорят, мы будем копать буквально вот до Нового года, мы заходим на ваш участок. Я говорю, ну я рад, у меня там проведено уже трубы, все, они же делали все это. Вот, и создается впечатление, что движение создается. Что-то делает, никто не позвонил, никто не приехал. По словам сельчан, подать голубое топливо в трубы обещали до наступления текущего отопительного сезона. Однако по договору газовая компания сдвинула сроки до марта 23-го. Сотни домов Зимарии остаются без газа, несмотря на то, что жители уже закупили и установили оборудование. Мы у них заказали бригаду. Эта бригада у нас делала внутреннюю разводку. Мы у них купили это оборудование, дорогостоящее оборудование. То есть у нас это вышло больше сотни. И все это сейчас висит мертвым грузом. И эту зиму пришлось проводить по старинке. С углем и дровами, добавляют сельчане. Ну вот мешок нам где-то на 3 дня хватает, одного мешка. Это где-то 100 рублей в день получается. Согласно официальному ответу «Газпром газораспределения Барнаул», причина переноса сроков газификации в селе – необходимость дополнительных инженерных изысканий. Внутриквартальные газораспределительные сети часто приходится проектировать с нуля, с доведением до границ земельных участков. Сроки выполнения работ увеличены ввиду необходимости проведения большого объема работ по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям с последующей разработкой проектной документации в соответствии с градостроительным кодексом, на основании которой возможно возведение распределительной сети, являющейся опасным производственным объектом. По словам специалистов, полный комплекс инженерно-геологических изысканий составляет не меньше 3-4 месяцев. Примерно такое же время занимает проектирование сетей. Что касается Зимарии, как нас заверили в компании, к работам в селе приступят уже этой весной. В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация в полном объеме сформирована и передана подрядчику для начала производства работ. А в начале мая подрядчик приступит к выполнению строительно-монтажных работ, в настоящее время занимается закупкой материалов. Сдача объекта предполагается в конце августа, начало сентября этого года. Если газа ждать жителям придется еще долго, то вот платежки за обслуживание газового оборудования, которым жители даже не пользуются, пришли быстро, рассказывают сельчане. Больше 4000 в год мы должны им просто за обслуживание оборудования платить. И они нам уже, я пришла на почту, а там стоит уже у меня счет. Вам, вы, говорит, уже должны 400 рублей. То есть за декабрь они нам уже выставили. Все люди, которые получили такие платежки в то же время с отсутствием договора поставки газа, то есть не являются потребителями сейчас природного газа, могут обратиться либо в наши клиентские офисы, представители, которые находятся у нас в городе Барнауле, на южном территориально ближе, у нас к Калманскому району. Мы решим эти вопросы, посмотрим, какие платежки, за что поступают население. Ну, то есть спишут их? Ну, конечно. Между тем, сельчане надеются, что следующую зиму они встретят с долгожданным комфортом. А мы продолжим следить, действительно ли газ придет в дома жителей села во вновь обещанные сроки. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.